Твери прошел чемпионат по лыжным гонкам среди управления Федеральной службы безопасности Центральной России. Участвовали 22 команды, всего около сотни спортсменов. В командном зачете чемпионом ЦФО стали представители пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Серебро у пограничного управления по Брянской области, бронзу завоевали чекисты Костромы. Команда Верхневолжья – десятки лучших. Как и в предыдущем поединке с клубом ВМФ из Карелии, победителя выявила только серия буллитов. Однако на этот раз удача была не на стороне тверичан. Счет на исходе 7-й минуты стартового периода открыли хозяева. Вскоре они удвоили преимущество. В концовке первого игрового отрезка гости усилиями Антона Соколова смогли отыграть одну шайбу 2-1. В начале следующей 20 минутки Кубань отправляет в ворота ТХК третью шайбу. Но тверские хоккеисты вновь подбираются вплотную к противнику. Отличился Виктор Луговской. В заключительном периоде Луговской оформляет дубль 3-3. В серии послематчевых буллитов удача оказалась на стороне краснодарцев. 4-3 в их пользу. Дарья Клишина – победительница зимнего чемпионата России по легкой атлетике. Тверичанка смогла взять реванш за поражение на русской зиме у лидера мирового сезона Ольги Кучеренко, прыгнув с результатом 6 метров и 80 сантиметров. Следующие соревнования, ожидающие Дарью, это чемпионат Европы. Он пройдет в шотландском Глазго. Сильнейшие дзюдоисты Верхневолжья поспорят за титул чемпиона области. За звание лучшего поспорят представители сборных Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Ржева, Конакова, Зубцова, Бологое, Осташкова, Кимры и Калининского района. По итогам соревнований будет сформирована команда Верхневолжья для участия в первенстве Центральной России.